Дамы и господа, гостиничный комплекс «Трактира на Дворянской» ждет вас. Оцените комфортабельные номера и высочайший уровень сервиса. Улица Советская, 123. Здравствуйте, с прогнозом погоды вас знакомит Анастасия Лемайкина. Гостиница на Дворянской ждет вас. Оцените комфортные номера и высочайший уровень сервиса. Гостиница на Дворянской, Советская, 123. А теперь о прогнозе синоптиков. В среду вдоль Урала будет смещаться атмосферный фронт, так что в регионе опять пройдут небольшие дожди. При этом приток солнечного тепла сократится и столбики термометров опустятся на несколько градусов ниже. В Тюмени, Челябинске и Екатеринбурге пройдут ливневые дожди. Температура днем плюс 19-22. В Кургане ночью переменная облачность без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный, умеренный. Температура воздуха плюс 11-13. Днем в Кургане переменная облачность, пройдут дожди. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21-23. Атмосферное давление будет слабо падать. 4 сентября солнечная активность и геомагнитное поле спокойные. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго!